Друзья, всем привет! Всем привет! Сегодня у нас в гостях Егор Аверьянов, а перед этим прекрасным интервью я хотел сказать, что этап по ссылочке под видео, если перейдете, то найдете скидку на мой курс. То есть там просто заполняете простую форму, и вам приходит письмо со ссылкой на мой курс, и вы можете там получить скидку персональную, в зависимости от того, как вы заполните анкету. И вот эти все... Вот эти все прекрасные штуки станут вам доступны, поймете, как все это делается. И не только это, фингерстайл, блатняк вы хотите играть или джаз, абсолютно неважно, вся эта информация станет для вас абсолютно доступна. Просто переходите, качайте, и будем радовать вас новыми интервью. Друзья, всем привет! Сегодня мы в гитарном клубе, лето заканчивается, погода холодная в Москве, везде жарко, а у нас холодно, и сегодня у нас в гостях Егор Аверьянов, который разогрел, как вы уже слышали в начале, немножко всю здесь атмосферу, гитары начали подсыхать и немножко тоже воспламеняться, вот, вызвали пожарных, но они еще не приехали. Печеные гитары. Сегодня у нас Егор в двух ипостасиях будет первым представителем. Ну нет, еще Илья Камалдинов был одной из них представитель, но вот так, чтобы в двух, он действительно сегодня будет уникален. У нас будут еще метальные персонажи, вот, обязательно. Серега Головин вроде в сентябре должен проснуться, вот, у него там альбом как раз. И Егор у нас сегодня представляет две категории музыканта. Это музыкант, который сочиняет авторскую музыку и преимущественно тяжелого рокового направления. Также он играет с артистами и представляет из себя очень универсального, профессионального, такого всесторонне развитого музыканта, который нам сегодня расскажет и про одну сторону вот этой вот движухи музыкальной, и про другую. Ну, я надеюсь, если получится. Просто стараюсь. Вот. А на самом деле, так или иначе, сколько ты уже вообще вот музыкой... В принципе, в целом занимаешься. Ну, вообще или профессионально? Ну, у тебя же там группы какие-то активные плюс-минус, наверное, сразу появились. Ну да, собственно, из-за этого все и затевалось. Вот, да. Я сначала на басу играл, ну, не знаю, лет в 13, наверное. Начал играть на басу, и да, сразу была группа. Я еще толком не умел играть, и уже там что-то фигарил, собрал. Там песни были «Мы все умрем под забором», но я был вокалистом и басистом. Ну, басистом я был условно. У меня был Йолана диско-бас под Рикенбейкер сделано. Лель Drive Distortion, педалька такая очень мощная. Но это с басом у меня было. И ремень, тогда не делали ремни достаточной длины. По-моему, была компания Имузин или Имузин. Вот. И только их можно было ремни в Оренбурге купить. И я, значит, к этому ремню от спортивной сумки у родителей отжал, прикрутил. Тут, ну,
такую стропу еще, чтобы бас можно было вешать, ну, вот в районе колен. И вот я примачивал все это Lelit Drive Distortion, вот это все вот, низко веселое, и мы умрем под забором, это был вообще ураган. Отлично. И сколько с тех лет прошло лет? 20 что-то там лет. 20 что-то, круто. И за это время много групп было? Да вообще миллион. Ну, то есть всегда для меня музыка была в первую очередь, ну, такое хобби, только буквально, может, лет 10 назад я стал заниматься этим, ну, ради наживы. Ну, опять же, то есть нужно свое хобби сделать работу, ну, обычно вот это аксиома стандартная, и тогда ты не будешь работать ни дня в своей жизни. То есть ты устаешь, но все равно все кайфово, и ты радуешься, ты чувствуешь, что ты там растешь, и ты более уверен даже в себе, когда ты занимаешься тем, что тебе нравится. Ты просто понимаешь, что для чего ты делаешь. Когда работал в офисах, такой был мрак. Давай сразу с корыстных вопросов. Короче, ты играл в куче групп, и в том числе довольно туровых. И ты играешь и сейчас, и играл с разными артистами. Вопрос первый, такой, возможно, животрепещущий для многих. Можно ли с группами, ну, понятно, что тогда другие еще времена были, но с группами в целом можно заработать на то, чтобы вот как-то жить? Ну, вот была у нас группа «Безумные усилия», очень крутая команда, ну, в нулевые довольно популярна была, очень много мы катались. Я вас даже слушал на каком-то сборнике. Да? Да. Ну, и, может, не ты там играл, но, короче... Ну да, я только на последнем вот альбоме «Огни неизвестности» играл там, придумывал музыку, играл. Вот, и вот когда я пришел в коллектив, я 2 года там проиграл примерно. И сначала мы ездили... У них только начиналась вся туровая история, и ездили буквально за еду и за оплату дороги, о гонорарах речи вообще никакой не было. Но вот за 2 года мы успели пройти путь, когда нам уже стали платить гонорары. Но, то есть, соответственно, ты просто упираешься и делаешь. То есть ты забываешь обо всем, там, о быте, о кайфе. То есть я работал параллельно, ходил, я работал в магазине «Мустор», по-моему, в то время. Сходил на работу, а после работы мы фактически 4 раза в неделю мы репетировали, а перед турами, перед поездками, там, перед студией, там, вообще 7 дней в неделю каждый день. Соответственно, после работы на репетиции еще надо успевать сочинять материал. И когда ты так упираешься, это, естественно, дает какие-то плоды. Да, там начались гонорары, но все равно, в первую очередь, все эти гонорары шли на то, чтобы, ну, в дальнейшее развитие, потому что много сопутствующих трат, там элементарно даже баннер сзади сделать, там напечатать стикеры, ну, то все 5-10. То есть это, ну, это по большому счету, ну, прям вот такой, как бизнес там маленький свой, да, нужно этим всем заниматься. И на, ну, не знаю, на пиво нам только расходилось, может, еще заработать. Я думаю, что в перспективе можно было дойти до уровня, чтобы, ну, некоторые современные команды, у них это же получается. То есть и все это результат, в первую очередь, ну, упорного труда. Конечно, должна быть искра божьего гнева, потому что безыдейная, бесталанная там фигня, она не будет пользоваться популярностью. То есть сколько ты денег в нее не вливай, как бы не пойдет. Но есть современные российские там тяжелые, не очень тяжелые музыки, когда DIY, ну, продуманный DIY, очень хорошую отдачу имеет. Я не думаю, что современное поколение знает, что такое DIY. Да, блин. Ну, когда сам издат, когда ты сам все делаешь, do it yourself, там, вот, без лейблов. Раньше, кстати, были лейблы, сейчас я не знаю, как эта система работает. Даже мы с «Безумными усилиями» были на лейбле сначала SoundAge, по-моему. Был такой, да. Вот, на SoundAge, потом на отделение у «Союза» было, не помню, как оно называлось, но... Ну, то есть, на корпорации тяжелого рока не были? Ну, это еще до меня, это до меня было дело. Там были мощные песни. И «Бритоголовый». Там, короче, «Эй, ты, бритоголовый, держи бритву наготове», там что-то такое. Это были мощнейшие песни. Кстати, я-то не знал про этот бэкграунд. То есть для меня «Безумные усилия», потому что группа «Безумные усилия», она существовала там с конца 90-х. Да и нет, да уже. Сейчас, ну, ребята шевелятся, но... К сожалению, без меня, я бы очень хотел принять участие в этой движухе, но некогда, очень насыщенный график. Ну вот,
Но для меня это была альтернативная такая группа, Modern Metal они играли там в середине нулевых, такой замороченный, со сложными размерами. Вот. И то есть я даже представления не имел, что они раньше там какой-то правый вообще фигарили хардкор. Вот. И периодически мы приезжали в какие-нибудь города, на концерты приходили старые, вот именно те старые трушные фанаты. Причем в каких-то городах большая часть фанатской базы была именно такая, которые начинали там зиговать, пытаться ловить угримерки. Такие, пацаны, не, мы понимаем, что вы шифруете, сейчас время такое. Мы же знаем, что вы типа, наши. Да. Такие чуваки, не-не-не. Вот. Жестко. Соответственно, фэны современные думали, что вот это... бритые ребят приходят накрывать концерты, и, короче, такие непонятки происходили. Это, с одной стороны, современная фанатская база, которая там, ну, альтернатива, металл, и ребята в бомберах, это было очень... Ну, то есть, это сейчас смешно, а тогда, конечно, очень неоднозначная ситуация. Это такие непростые времена. Ну, да. Особенно, когда мы где-нибудь гастролировали в Бурятии, это в Улан-Удэ, где-нибудь. Улан-Удэ в 2007-2008 году. Сейчас-то там что-то появляется. А тогда приехать играть там какой-то, знаешь, Modern Metal с элементами Death, это было вообще рисковое. Условия жесткие, наверное, там были, да? Ну, конечно, да. Но это было все очень весело. Грубо говоря, для того это все и затевается. Как следует повеселиться. Так, ну, получить удовольствие от того, что ты делаешь. Ну, это точно не забываю, наверное. Вообще, я очень рад, что был весь этот опыт. Он был там сложный, не всегда я там поступал правильно и, ну, совершал какие-то ошибки, опасные были какие-то движухи всяческие, но это все равно круто. Без этого опыта не было бы потом каких-то творческих, интересных решений, движений и так далее и тому подобное. Это дает тебе смелость определенную. И фантазия расширяется, скажем так. Мир познал. Да. А с артистами гастроли легко даются после такого опыта? Ну да. Да, конечно, легко. То есть все уже так. То есть у меня. Я очень люблю комфорт. Ну вот реально люблю комфорт, то есть когда хороший отель, когда вовремя там водичка в машинах, где. Ну, когда все есть, чтобы ты не задумывался. То есть комфорт, он придуман не для того, чтобы там избалованных быть, да. Как-то, да. А просто когда все грамотно сделано с точки зрения менеджмента и вот это все кейтеринга, там, логистики и прочее. Ты не отвлекаешься на какую-то фигню, то есть ты сконцентрирован на самом главном, ты должен выйти на сцену и сделать крутое шоу, чтобы тебя ничего не парило, ничего не отвлекал. В этом главная задача. Но в каких-то ситуациях меня не парит, когда там какая-то не очень хорошая гостиница, когда там, например, балет начинает управлять, что вообще такое? Да ладно, горизонтальная поверхность главная. А вы сейчас с балетом работаете? Да, танцоры с нами ездят. Но у нас вообще вот коллектив One Lorac огромный. Когда мы катаем шоу, диво, там три фуры оборудования, человек 20 техперсонала и ну, коллектив там 35 человек. А если это Дальний Восток, то оборудование какое? Вот, ну, с этим шоу мы пока еще на Дальнем Востоке не были, но планируется. Там получается из разряда во Владивостоке и где что поближе, там вот со всей этой историей должно быть. А вот туда, куда уже на острова, Камчатка и прочее, там уже просто ну, у нас есть вариант программы концертной The Best. Мы его только сейчас запустили, обкатали это без декораций, там особенных. Ну, там такой концерт, там только экраны, но он более динамичный и такой живой. Концентрированный, прям живой, да, там очень много игры, и инструментальные и игры прям очень много. Так вот, мы заморачивались, появилась возможность ну, расширить, скажем, рамки. Ну, как бы по рукам никто не бьет, и есть маза поиграть. Я так понимаю, что Ани Лорак именно в инструментальную часть не то чтобы сильно вмешивается, а скорее просто приветствует, да, когда вы... Ну да, ну если она видит, что она очень, ну, скажем так, энергетически, вот она чувствует, что хорошо, что плохо, вот она, если ее как бы, ну, прет, если она понимает, что это классно, она
одобряет все, и мы это делаем. И, ну, это с 99%, а может и 100 даже процентов случаев, ну, это оказывается верно. Все. А вот с предыдущими артистами у тебя опыт всяких инструментальных реализаций самого себя и своего творческого потенциала при работе с артистами, он оправдан был? То есть ребята поддерживали артисты эту движуху? Можешь не уточнять, кто как, но в большинстве случаев, на самом деле, артисту, ну, по барабану, что происходит, когда переодевается и так далее, и тому подобное. Очень многое зависит от коллектива, в котором ты играешь, потому что музыканты в нашей индустрии бывают разные. Есть ребята, которые горят, которым интересно, которые находятся, ну, постоянно в движении, развиваются. Не всегда я просто бывал в таких коллективах, где окружение такое. Сейчас, к счастью, я играю с ребятами, с которыми, ну, действительно интересно, они хотят, они пробуют. Для них не проблема попробовать что-то новое, сделать там покруче, вот, заморочить самих же себя, да, но сделать что-то такое интересное. Ну, не лениться. И это очень важно. То есть, когда все это вот сочетается, то получается как раз химия. И от этого происходит как раз рост. Так что чаще всего не в артистах дело. Наверное, есть артисты, которые, да, там будут за каждой нотой следить и считать, что, ну, вот этому здесь не место. Но я думаю, каждому артисту будет интересно и кайфово играть с хорошими музыкантами, с хорошей музыкальной вот основой. И им это лестно в первую очередь, что у тебя играет не просто там, грубо говоря, Вася Пупкин, а какой-то чувак, который там хорошо круто нажимает на барабанах, там, на гитаре, басу на клавишах, да, то есть эту ценность самого себя в глазах самого себя повышает. Как так попасть что? Работать к артисту, неплохому гитаристу или музыканту? Не знаю, на самом деле тут ответа однозначного нет. Конечно, можно было бы, на самом деле, следуя модному тренду, так как я переиграл просто с тучи артистов, я даже, ну, я не буду перечислять, там, ну, кто знает, узнает, если кому интересно, могут посмотреть. С огромной тучей артистов, в принципе, зная какие-то там движения, ходы определенные, можно создать курс, типа тренинг, как попасть, но это будет обман, потому что каждая ситуация, она глубоко индивидуальна. И я не скажу, что везде есть там какой-то случай, потому что твои поступки, они же, ну, как бы не случайны, ты отдаешь себе отчет в том, что ты говоришь, что ты делаешь, то, что когда-то, где-то они, вот эти поступки, ну, вспоминаются, аукиваются и так далее и тому подобное. Это, естественно, отражается на твоей карьере. То есть хороший парень – это профессия? Ну, не надо, ну, как сказать, тут очень должен быть важен баланс, не нужно быть, как тебе сказать, услужливым, там, грубо говоря, есть такое, никто не любит, ну, скажем так, жополизов. Школу шуршавых языков, ну вот, может... Нет, я имею в виду хороший парень, ну вот как у меня, например, ты, наверное, смотрел интервью Владимир Константинович Брандт, мой преподаватель, он с 50 какого-то года, вот, в общем, в эстрадной деятельности здесь как гитарист, снимался там в «Бриллиантовой руке», вот гитарист, который там сидел в ресторане с Мироновым и с Никулиным. Вот он как раз идет всю жизнь по вот этому пути, что хороший парень – это профессия, но только в том плане, что, типа, ты должен быть всегда правильно подстроен под нужную ситуацию, под нужный контекст. Тогда как бы любой коллектив тебя принимает, и потом о тебе вспомнит, что, а, есть же вот такой вот чувак, который тогда хорошо себя показал, когда надо было. Вот. То есть не в том плане, что хороший парень, что это чувак, который напрашивается на... А это именно просто способность подстроиться под нужную ситуацию. Мимикрировать, да. Да. Что ты понимаешь, там, вот такой-то артист особенный, типа, там, окей, с ним надо вот там, с этой, как вот у меня сейчас, там, допустим, в паре проектов, там особенный артист, пара гитаристов не смогли работать, как бы, надо аккуратно. Ну, вот. Естественно, да, это все правильно, то есть Брандт прав абсолютно все 100%. То есть это даже, ну, фирмачей, вот буквально вчера я смотрел этот фильм «Hired Gun» про сессионщиков там американских, и... По-моему, как раз Роб Зомби сидит, но он же как
он наниматель, он не с точки зрения как сессионщика. Просто в индустрии. Да, он в индустрии, как наниматель, как продюсер, как артист. Он говорит, ну, не всегда, то, может быть, в коллективе там какой-то ультратехничный чувак, да. Ну, можно взять ультратехничного чувака, но химии не будет, потому что он там, ну, характер у него мерзкий. То есть это очень важно, чтобы, да, люди, ну, совпадали, как кусочки пазла, чтобы как раз этот эффект синергии срабатывал, когда новый элемент рождается от соединения там, элементов. Короче, новое качество появляется, которого нет у каждого по отдельности. Вот, это самое важное. И само это редко происходит. Вот как раз у нас обычно вот подтягивают людей, с которыми приятно коммуницировать, играть. То есть так как нету отдела кадров. Базы какой-то. Да. Нет отдела кадров, который будет приходить там к какому-то человеку, он такой, да, вот его надо сюда, надо туда. То есть, ну, люди как бы подтягивают, с кем им приятно. А если вот меня часто спрашивают просто там ВКонтакте, еще где-то, типа, Миша, привет, я вот там, типа, занимаюсь туда-сюда, хочу переехать в Москву, типа, какие у меня шансы, бла-бла-бла. Мне себя так неудобно, потому что я не знаю, что человеку ответить. Ну, то есть, какой бы он крутой музыкант ни был, я все равно не знаю, что ему ответить. Аналогично. Мне такие вопросы задают. Но у меня изначально я зашел во всю эту историю по какой-то счастливой совершенно случайности. Ну, или несчастливой, я не знаю, как, может, по-другому веселее бы жить сложилось, но пока мне все нравится. Я вот когда играл еще тяжелую музыку, в безумных усилиях играл, я работал в компании, в дистрибьюторской компании Kent Company. Ну, играл металл, и все было, у меня, в принципе, все устраивало в свободное время. Была там определенная своя популярность. И тут, значит, мне пишет человек, просто незнакомый совершенно, пишет ВКонтакте, я басист братьев Запашных. Нам в коллектив, у нас типа не оркестр, бэнд, мы играем, там дудки, скрипка и как бы рок, всяческий рок, фанк, все дела. Ну такая, музон, современный, короче, такой. И он говорит, я был несколько лет назад на концерте «Безумных усилий», и мне понравилось, как ты играл, и подача мне понравилась. Не хочешь попробоваться к нам в коллектив? Я такой, что это? Что за просто абсурд какой-то? Читаешь, кого-то розыгрыш какой-то. Алан, кстати, зовут басиста, офигительный парень. Привет, мой сын будет смотреть. Вот. И я такой, да ну ладно. Ну, естественно, я узнал, сколько будет денег, и по тем временам это было больше, чем работать в офисе, и было вообще неплохо, и я, в принципе, так, да, конечно, да, попробую. Опыта как такового у меня, ну, не было именно профессиональной работы. Конечно, определенное, ну, отношение, attitude, как по-русски правильно сказать. Ну, то есть, я знал, что такое потрудиться, заморочиться, сделать, не облажаться в плане подготовки. И, ну, я постарался, то есть, чего я не мог, не умел, я постепенно со временем подтянул, потому что там было пару хороших музыкантов, грамотных и с академическим подходом. Ну, то есть, они мне помогли, подтянули меня по всяческим моментам, но, опять же, общение, оно воспитывает очень хорошо. И там появилась возможность писать музыку для шоу. Но как бы меня даже не рассматривали как человек, который может этим заниматься. Там были свои люди, но я такой, давайте-ка я попробую. Ну, потому что музыку я писал всегда для всех своих проектов. Просто, ну, постоянно писал. Появилась возможность попробовать это сделать, ну, по-серьезки, не так, как Бог на душу положит, а как нужно для какой-то задачи, профессионально, да, под руководством режиссера, и
Для шоу это круто. Для шоу, да. И тем более такой интересный формат, как шоу, потому что там много всяких, там как бы не просто песни, то есть там надо озвучивать все настроения определенные, создавать в зависимости от сцены. То есть приходит к тебе режиссер, нету ничего, и он тебе просто эмоцию объясняет, что это должно вызывать. А режиссером был как раз Аскольд Запашный. Но он и сейчас, по-моему, режиссирует большую часть шоу. Вот, он порой просто на руках так объяснял, а вот здесь ждишь, щень, хумпта, щень. Мы такие смотрели, что это такое. То есть первое шоу было сложное, это щень, этих было очень много. Второе шоу уже... Были треки, которые не принимали. А он говорит, не, это не совсем то. Ну, здесь мы, конечно, такие, да что такое, мы старались. Потом слушали, ну да, не совсем то, надо все-таки делать. И очень должен быть развит этот внутренний тоже фильтр. Ну, потому да. Что если ты чувствуешь, что что-то нет, и это 100% значит, нет, это надо все убирать и делать. Когда ты вот сам, когда у тебя мурашки побегут, то вот, ты такой, вот это классно. Ну, может быть, там значительно проще, вот, но раз добивает, и все. Второе шоу мы уже писали, первое шоу мы писали втроем, клавишник, тромбонист и я. А потом уже мы вдвоем с тромбонистом писали. И это очень была очень крутая школа, когда тебе нужно за, не знаю, там, грубо говоря, за месяц написать там порядка 30 треков музыкальных. То есть ты работаешь, просто сочиняешь с утра до ночи, а под конец уже мы там просто перешли на 14-часовой рабочий режим, переходили, потому что что-то там переделки, доделки, подгонки по времени, потому что и номера тоже, они там, ну, тоже устаканиваются тоже перед самым выходом шоу, то есть там бессонные ночи, это адски тяжело, но это очень интересно, это очень круто прокачивает. И мышление выстраивает, то есть ты начинаешь музыку по-другому видеть. То есть наверняка в учебных заведениях этому там определенно учат, но когда ты это практикой, ну, набиваешь, ты уже точно знаешь, что вот это вот здесь вот оно сработает. Потому что у тебя есть опыт общения с человеком, который далек от музыки, да? Ну вот он режиссер, и он решает. И ты знаешь, что сработает на человека такого типа, что будет работать. Это офигеннейшая практика. Но я до сих пор пишу музыку. Ну, аранжировки делаю, иногда там подписываю музон. Это мне приносит значительно больше удовольствия, конечно. Мне нравится ездить с артистами, работать с артистами, но писать музацию, это, конечно, это творчество в чистом виде. Вообще, когда ты проецируешь там вот этот внутренний свой мир. Особенно круто, когда тебе присылают не очень удачное демо, спорное с художественной точки зрения. И ты такой сначала слушаешь, что с этим делать? А потом, ну это первая реакция, она часто такая, а потом такой, это вызов, надо из этого сделать классно, чтобы получилось. И когда у тебя получается, конечно, не всегда это просто, и ты такой, сам себя чувствуешь, когда это принимают, ты получаешь за эти деньги, ты такой, блин, вот это кайф. Это прям когда клиент доволен. Да, да, чистый кайф, когда ты неоднозначную ситуацию, у тебя получилось разрулить. Это очень круто. Круто. Извини, пожалуйста, да. Я не ответил на вопрос, да. про то, как попасть к артистам и так далее. То есть у меня всегда происходило так. Вот первый вот этот крючок был, собственно, просто незнакомый мне совершенно человек написал. Ну, то есть, да, это случайность. А все, что было дальше, это там уже случайности, ну, фактически не было. То есть все люди, с которыми я пересекался, и как у меня потом выстраивалась карьера, все это были звенья, ну, там, одной цепи. И сейчас до сих пор так происходит. То есть очень непросто выстроить отношения, но этому надо учиться, я не знаю, это я мог бы единственное там посоветовать, может, книжки какие-нибудь почитать по психологии, но у меня этого всего не было, я учился, скажем так, уже сразу в бою. А можно сказать, получается, что там, ну, грубо говоря, случай случаем он может быть, может не быть, если есть, то хорошо, но нетворкинг, в принципе, 99%. Да. Круто. Мне кажется, ну, ты фильм смотрел вчера, мне кажется, в Штатах тоже с кем я с ребятами общался, такая же, наверное, плюс-минус история. Ну, в принципе, да, так. То есть, и ребята, кто сейчас у меня там живет, знакомые, то есть, всех плюс-минус так же, так что в мире оно и по единым правилам взаимодействует, и плюс-минус. Ну, естественно, надо не быть застранцем. У западных артистов я вот часто встречал, у них главная похвала, не там, типа, у них две похвалы есть такие, типа, great cat, ну, типа, там, вообще крутой парень,
ну, типа, классный, классный вообще. И именно это у музыкантов, а именно у артистов и у актеров я встречал, что вот он настоящий джентльмен. Он настоящий джентльмен. Real gentleman. Да, у него там большое сердце, он настоящий джентльмен. То есть не то, что он там, вот он высекает там просто как бог, там, я не знаю, там, не как бабушка. Ну вот да. Это, да, делает. Он настоящий джентльмен. То есть это важно очень. У нас, мне кажется, вот часто иногда артисты даже сталкивались, я с 90-х еще от ребят слышал, кто вот с 90-х в индустрии, они как раз говорили, что вроде приходит чувак, там все играет, мы с тобой знаем все эти фамилии, я просто не буду их озвучивать, типа там на барабанах или на гитаре, все классно, но как человек просто вообще, да, и его там либо не зовут, либо как-то там потом не очень зовут. Ну вот я тоже не понимаю, в чем смысл. Нет, мы вот общались недавно с Женей Тарутаевым, знаешь, наверное, гитарист такой, он там интересуется психологией, вот он рассказал, что, говорит, почему часто очень крутые музыканты, у них очень дурной нрав, они высокомерные, ну, наши именно, потому что, ну, реально, для того, чтобы достичь такого уровня, там, ну, такого мастерства, это нужно всю жизнь это положить, там, с пеленок, обычно их там воспитывают просто мощно, да, и вот когда настает момент, когда ты вроде должен пожинать плоды вот этих трудов, а плоды, они такие, ну, скажем так, скромные, естественно, это вызывает диссонанс, бьет по самолюбию, по всему, и наступает компенсация за счет того, что, как бы, вот себя подымает над людьми искусственно вот таким вот образом, ну, типа, вы не понимаете, какой, насколько я, вот я. Ну, это, не знаю, насколько это верно, но, в принципе, имеет право на существование такая идея, теория. У тебя нет музыкального образования? Ну, я учился в музыкальном училище пару лет. В Оренбурге? В Оренбурге, да. Но я учился очно в институте. Тогда было очень модное направление менеджмент, межкультурная коммуникация. Вот. И очно учился в училище. Я просто бегал, они через дорогу находились. Я бегал с пары на пару. У меня через два года это осточертело. Ну и в училище была довольно-таки... Ну, там эстрадно-джазовая история была просто, ну, просто кошмарная. У меня не было преподавателя по специальности. И, да, то есть я там ходил на музыкальную литературу, там, на сольфеджио, там, ну, как бы вот. И я не видел, ну, чего-то реального, что это мне как-то помогает, как-то развивается. Я просто перестал тратить на это время. У меня недавно, недели две назад, ну, какой-то парень купил курс на сайте, а я сейчас такую, как бы, взял культуру, что с любым человеком, который у меня на сайте что-то там зарегистрировался просто или что-то купил, я ему предлагаю созвониться бесплатно и просто какое-то там чуть время пообщаться, чтобы понять, что это за человек, потому что оказалось, что очень много интересных людей проходит мимо, когда ты не обращаешь там пристальное внимание на них. А есть просто невероятные люди, и это еще и заряжает, хоть даже и по скайпу. И парень, по-моему, из Новосибирска, короче, мы с ним поговорили, и он мне рассказал просто нереальную историю, ну, как, она стандартная, но для меня это, конечно, прям больно слышать, что, типа, он пришел в училище поступать год назад, и вот он что-то там поиграл, и когда он потянулся включать дисторшн на комбике в эстрадно-джазовом училище, ему препод сказал, типа, а ты что делаешь? Он говорит, ну, в смысле, я следующий трек хочу сыграть, типа, туда-сюда, он говорит, типа, без дисторшн, дисторшн, как бы... И парень говорит, ну как, там же типа какой-то Энди Тиммонс или что-то такое. Он говорит, Энди, это что это такое? Типа, я не знаю такого, типа. И отправил его, говорит, в следующем году поступай, у меня тут три человека, внимание, типа, место, ну как бы этот там поток, типа, да, и вот сейчас три конкурента у тебя, вот они без дисторшн, а ты с дисторшн. Ну, короче. Ну ладно, абсурд. Да, и чувак просто, он такой, а он не знает, что делать.
И как бы я понимаю, что, блин, если я вам сейчас не расскажу просто, ну, что это все полная херня, и как бы что этого препода надо просто послать, и как бы вообще, ну, типа, нельзя людям, которые сами по себе просто там препод в Новосибирске 50-летний, которого никто вообще в этой стране не знает, нельзя ему позволять с собой так разговаривать, да, что бы ты там ни умел, но это просто не стоит того. Вот, и я ему это все объяснил, и я ему как бы посоветовал следующую историю, что говорю, слушай, тебе надо найти какую-то просто вот, чтобы как-то себя обеспечивать, какую-то движуху, да, в жизни, ты можешь нанять себе там двух преподов по скайпу, там, по теории, по гитаре, любых, которые тебе нравятся, менять их там раз в месяц, если тебе это нужно, идти по какой-то некой программе, заниматься, дорастешь до какого-то уровня, иди на джемы, там, потом можешь приезжать в Москву и параллельно, желательно, поскольку сейчас это очень хорошо развито, есть всякие там эти скиллбоксы, прочие там сервисы, где можно научиться там любую свою профессию как бы онлайн освоить, да, ну хотя бы азы какие-то, и как бэкграунд просто на всякий случай иметь еще некую, хотя бы там некие основы диджитал профессии какой-то, чтобы можно было на крайняк быстро переключиться и себя обеспечивать вот этой движухой. Ну это как бы в перспективе, да, uh-huh. чтобы не зависеть только от музыки, и если у тебя не получится, потом не убиваться, что как бы так случилось. Вот. Я ему как бы посоветовал, как ты считаешь, был ли мой совет ему правильно дан? Потому что я потом сомневался, думал, блин, а какое право вообще имею человеку? Нет, все трезво и правильно. Потому что музыка это такая коварная штука. Лучше как бы почву под ногами иметь. Ты же поработал на других работах, вот поэтому с позиции твоего опыта я хотел тоже. Что бы ты ему посоветовал сам? Да, все, ты правильно сказал, но все верно. А стоит ли, вот, ну, если ты видишь, что такой препод в училище, как бы ты, я просто ему ну, тоже говорю, что говорю, смотри, ты с этим чуваком планируешь провести ближайшие там, 4 года под его руководством. Тебе сам этот чел, в принципе, нравится или нет? Он такой, ну, типа, ну, вроде как не очень. Я говорю, ну, вот, типа, да. И вот как ты думаешь, стоит ли вообще там училище, не училище? Вот как человеку, который потерян, он еще не в музыке, он еще не в этом мире, как ему не растеряться и определиться, как дальше пойти, чтобы, ну, в итоге там потом не пожалеть об этом? Ну, слушай, сейчас столько, ну, что касается именно музыкального образования, сейчас столько всяких продуктов есть крутых. И, ну, да, ты говорил, что можно по скайпу любого преподавателя заниматься. И главное понимать, чем и для чего заниматься. Вот это, конечно, непросто. Но тут, блин, я вот сам сейчас хочу брать уроки по гармошке, ну, прокачать там мозги. По джазу и всякой теме. Ну, это чисто для себя, потому что мне это хочется. Это мне в работе никоим образом не нужно, но это просто, чтобы создать, ну, чтобы было еще легче, еще проще там в каких-то моментах, в каких-то вещах. То есть глубже понять музыку, когда разобрать ее прям совсем по кусочкам, чтобы не собираться каждый раз. Конечно, с опытом отпадает вот эта тема, когда тебе надо прям вот концентрироваться, то есть ты проще все начинаешь схватывать, ну, еще больше прокачаться. Но я не про то, что можно, да, по скайпу кого угодно сейчас нанять. Хочешь там, отечественного, и с английским все хорошо. Да, абсолютно. Причем там ценники разные есть, насколько я знаю. Ты от $50. Да. А у нас некоторые преподы и подороже стоят. Да, да. То есть все можно, то есть училище сейчас, мне кажется, это уже... Ну, утратила вот эту корочку свою, вот это очарование, свой вес. Ну, то есть, кому-то удобно так. Главное понимать. Ну, главный плюс, который ему сказал, что есть от училища или там от любого другого учебного заведения, это туса, в которую ты как бы вот сейчас можешь попасть, и она тебя дальше потом может потащить. Кто-то уедет в Москву, у кого-то получится, и потом ты позвонишь и скажешь, братан, типа, там, я тоже в Москву, типа, есть там какая-то работа, и он там тебе, допустим... Ну, в этом, да, есть, конечно, какой-то момент, но вот я, например, человек вообще не из тусовки максимально, у меня даже, ну, в какой-то момент... У меня не было никакой совершенно коммуникации с московскими там, гитаристами, потому что все в основном выходцы с Ордынки, и все друг с другом вместе как-то общались, а я вот, ну, был такой за бортом вообще всего этого. И только, может, там буквально год или два назад начал общаться. То есть я общался тоже с бывшими там металлистами, хороший гитарист, там Вова Крылов, например,
Ну, вот. Вова сейчас уже не металлист. Ну да, не, ну бывший, ну, я имею в виду. Вова реализовавшийся поп-продюсер. Ну да, не, я про то, что мы выходцы все из одной, ну, да, вот этой были, вот этот тусовки, там, Серега Полянский, еще как-то вот так мы общались. И Серега тоже сейчас. Ну да. Мы все куда-то вот ушли, короче, в эту движуху. Я-то вообще не из металлов, ну, то есть, прям для меня это вообще далеко. А вот Олег Изотов, ты, Полянский, Серега, Крылов, кого еще можно туда? Из метальной тусы. Даже не знаю. Ну вот как минимум вы четверо, вы прям, прям вот, вот, короче, вышли, это тоже на вот этот такой хороший эстрадный уровень. И артисты там, и хорошие кавера, и там есть какие-то группы. Вот Олег Изотов вообще в Швеции, ну, да, по-моему. В Швеции в группе играет. Вот, там благополучно потеряли его гитару недавно в Иране. Вот, да, ребят, привет. И очень прикольно, что так вот, да, из металла, ты же, вас, ну, туда же занесло. Ну, уже, ты это понимаешь, тут металл это всего лишь, ну, в данный момент, я могу и сейчас вписаться там в метальную группу, как бы, не проблема, но мне, например, поп-музыка нравится тем, что в ней можно элементы всего, что тебе нравится, туда засовывать, и это же самый кайф, то есть, мне там немножечко нравится что-то из джаза. Я там, ну, не шарю особо, но что-то играю, там, и стандартики поигрываю и прочее, прочее. И эти элементы можно внедрить в поп-музыку. Они там будут актуальны. Конечно, не боб там какой-то валить. Ну, такой типа Бенсон, что-то хоп-хоп-хоп, там понаставлял, прикольно звучит. В другом треке можно там раз навалить тяжелячка. И ты вроде таким образом, ну, как бы кайфуешь. Все, что нравится, туда впихиваешь. Поп-музыка, она эклектична. В этом ее как раз кайф. Она от всех стилей просто все собирает в себе. Да, и плюс у нас, конечно, в 90-х поп-музыка подпортила себе репутацию тем, что это были фанерные все дела, и вот эта плеяда музыкантов, которые играли поверх плюса, они, конечно, дискредитировали именно звание поп-музыканта. Вообще, по большому счету, в поп-музыке играют музыканты A-класса, скажем так. Это вот, если ты туда попал, значит, ты действительно чего-то стоишь, потому что тебя выбирают там артисты, это люди, которые, ну, редко случайно попадают на какой-то, да, там, на этот высокий уровень. Ну, вот, там, директора, менеджеры и прочее, там, другие музыканты считают, что если ты достоин, как бы, играть. То есть это и требования к тебе более высокие, то есть ты должен заморочиться, действительно. Когда ты играешь в DIY-команде, ну, такое, просто в любви ты занимаешься творчеством, да, можно сыграть, ну, типа, как угодно. Тебя никто не осудит. Ну, ты, я сам придумал, я... Моя группа. Да, да, вот вообще. И действительно, как бы, проблем нет. А тут должно быть все четко, аккуратно, взвешено, все должно, начиная от внешнего вида, звучания, поведения в коллективе, там, техники владения инструментом, все должно быть приведено в оптимальное состояние. Это тебя держит в узде. Вот, в определенные. Ты все время собран. У вас сейчас прикольные музыканты в составе, да? Сани Лорак. Очень тоже необычный состав получился. Ну, такой, да. Да. То есть, ну, Барян Ионов уже играет до сих пор, да? Да, да. Да, он же, ну, полуджазовый, полуэстрадный, я даже не знаю, как назвать, но такой прям очень убедительный профессиональный барабанщик. Вот, а Андрюха Переверти, он тоже из металла, ну, почти там, из металла. Да, Сальвадор. Сальвадор, да, группа была. Такой прям полусистем оф э даун, полуштук. Он такой, слэп он там может навалить. Он там наваливает вообще. А кто еще играет или кто? На клавишах Серега, но он украинский музыкант, он у Ани Лорак уже очень давно играет. Очень хороший классический такой пианист прям. Thank you.
его честь надо сказать, может не только там джаз фьюжн фанк, там это мы на чеках там Пантеру поигрываем, он в курсе этой музыки, знает, любит. Недавно ну, такой говорит, ну что, из металла что-нибудь подскажи, чтобы настроение иногда перезагрузить. А я сам не очень люблю, честно говоря, классический рок всякий. То есть мне нравится вот из музыки либо поп-музыка, там, электронная музыка, джаз, вот прям вот джаз такой нормальный, там, саксофон, труба. Вот. А вот если тяжелый, то у меня прям вот совсем тяжело, какой-нибудь Криптопси, Цефали Кернич, там, Напалм Дэт, какой-нибудь Корпс. Ну, долго я не могу это слушать, но для меня это такое кайфово. И у Бори примерно такая же тема. Ну, я ему посоветовал Криптопси, он говорит, слушает периодически. Так что. Ну, мне кажется, это как раз характеристика хорошего музыканта, что он не отрицает ничего, он просто пытается это понять. То есть ты ему что-то новое попадает, и он, у него нет такого сразу, что типа, не-не-не, вы что, это не мой уровень. А он такой, типа, так, новая инфа, надо понять, что происходит. Как бы, и ну да, да, нужно быть как губка впитывать, и он мне тоже там советует. Благодаря ему я многое там из джаза ну, для себя открыл. Потому что ну, довольно сложно самому в этом во всем ковыряться, пока ты найдешь действительно интересное и вот то, что тебе хочется слушать, ты должен перелопатить столько всего, просто, ну, это полный капец. А тут, когда человек, ты, у него там схожие там вкусы, mm-hmm. и, например, а что, и он уже знает, что тебе нравится, он такой, ты вот это вот послушай, слушаешь вот это, такой, о, да, правда, классно, берешь, там, покупаешь, слушаешь, и таким образом развиваешься, не тратишь время на какие-то, на поиски сразу. Верный вектор. Стрейт. Да, и вот довольно неплохо у нас там складываются, какие-то штуки получаются, и все вместе взаимодействуют. Коллектив, ну, должен дышать. Конечно, для того, чтобы мы вот в таком виде сложились там год назад, и вот только сейчас начало все приходить к какому-то вот к общему. То есть мы начали друг друга понимать. Нужно, конечно, время, чтобы сыграться. Это мы прокатали немало концертов, то есть мы катали туры, и все равно вот только сейчас притирка такая произошла. Конечно, ну еще можно притираться и притираться, чтобы друг друга понимать. Потому что у каждого свой багаж, свои представления какие-то там, свои вкусовые предпочтения. Ну, вы там рок-н-ролл даете, все равно нормально. Да, есть моменты, да. Есть. Ну, там, опять же, там стилистически есть какие-то в шоу, там, свинговые вообще по аранжировке там переделаны. То есть можно поиграть и то, и все, и пятый, и десятый. Прокачаться. Не то, что все время там играешь первую, шестую, там, и вот это все страдание. Нет, там разная музыка. Вопрос, а то не простят зрители. Поскольку ты у нас представитель, в общем, не самой легкой музыки в том числе, там преимущественно необходимо техничное владение инструментом. Как у тебя с этим отношения складывались в течение всей карьеры? И много ли ты уделял внимания техническому развитию? И дай прям парочку каких-то советов, как ребятам. Ну, раньше, вот, когда я играл как раз в «Безумных усилиях», я очень много занимался и работал именно над техникой. Но не скажу, что мне это очень нравилось. Мне и сейчас очень не нравится заниматься вот рутиной технической. Это просто кошмар. Но я нашел выход из ситуации, я чуть попозже скажу. И тогда я занимался очень много и валил просто смертельно. Сейчас, ну, могу, опять же, посидеть, позаниматься, и все это, в принципе, быстро довольно-таки возвращается. Сейчас мне больше нравится работать именно, ну, с какими-то более музыкальными, с мелодическими идеями. Даже сажусь, занимаюсь, я беру, ну, какую-нибудь там тему,
снимаю ее там на слух, да, играю под минус, ну, джазовую тему, какие-то импровизации. Конечно, я не мощный импровизатор, но я стараюсь, я изучаю этот момент, качать мозги именно, то есть какие-то ритмические пробовать моменты, все это в медленных темпах, прям в медленных. Раньше там гонял на каких-то дичайших скоростях, было дело, сейчас стараюсь как раз медленно и громко вырабатывать, чтобы звук раскрывался, чтобы это было красиво. И очень прикольная тема, я где-то вычитал в методичке недавно в одной, что метод сознательного ритмического ограничения, когда ты берешь какую-то мелодию, ну, известную для тебя мелодию, и ритмически играешь только по одной ноте, то есть, ну, не играешь саму мелодию, только ритм, а ты играешь по одной ноте, потом две ноты, там, ну, ритм тот же остается, да, рисунок тот же, ну, и доходишь, лад играешь, и всяческие упражнения играешь именно в этой ритмике, то есть сначала тебя прям клинит максимально, но потом это дает тебе большую довольно-таки свободу, прям вот реально, поработаешь даже с одной темой там два дня, там три дня, и ты потом ощущаешь, тебе легче, ну и стараться больше, ну, слушать, что ты делаешь. Это, конечно, сложно, потому как у меня не было такой именно прям базы музыкальной. Конечно, этому учат людей сразу. Вот, я вот, нет, ну, мне так кажется, что по-хорошему. По-хорошему должны. Вот, но я как-то вот сам сейчас уже дохожу осознанно до этого, именно до осознанной игры. Ну, и, в принципе, она раньше была осознанна, просто сейчас я стараюсь именно скорость соображения вот этого увеличить, чтобы сразу выдавать какой-то, ну, типа, классный материал. Но, опять же, это процесс долгий. Ну и стандартно, конечно же, там, играть трезвучие, там, квинтами медленно. И как у Тома Квейла есть в какой-то школе очень хороший совет, он там как раз рассказывает про визуализацию, ну, вот свою концепцию там, вот игры. Он говорит, ну, не надо механически играть, там, восьмыми, там, все. Нет, играть всегда, когда вы отрабатываете что-то, играть какую-то мелодию, музыку, чтобы была, ритмически играетесь с этим. Это у Гамбали в Чопбилдере, на самом деле, у него тоже так построен, что не просто так, он раз там раз тревольку вставил, но суть остается как бы та же. И стараться, ну, музыку делать меньше механической работы. Вот, раньше вот я очень много механической работы проделал. Вот, совершенно, то есть ты от этого вообще ничего не получаешь. Ты единственное, просто в руки забил, это, но часто это даже без привязки к тому, что в гармонии происходит. То есть можно у многих... Гармония? Не слышал. У многих металлистов, у современных в частности, можно наблюдать, что они там, ну, типа, чувак, это вообще, что у тебя там происходит? Ты вообще разобрался, там просто какой-то бьется все между собой. Ну, типа, выглядит это эффектно и звучит, что там что-то какой-то там кошмар. А то, что там просто перечень на перечень, ну, это вообще некрасиво, как бы, ну, с точки зрения музыки, как бы особо никого не волнует. Главное, как это выглядит. Что там дикая компрессия вот эта стоит, что там особо все не выгребается. Ненормально. Да, ненормально. Ну, то есть больше заниматься не технической вот этой историей, а музыкальной музыкой. Как у тебя, собственно, ну, я знаю, что ты много пилишь, как бы, собственного музла хорошего, вот, и даже последний раз я тебя слышал с удовольствием на Neo Music Mesa в прошлом году, когда вы прям отфигачили весь сет. По поводу собственной музыки, какие ты для себя видишь стимулы для того, чтобы ее делать, и какие варианты ее реализации также ты видишь, ну, чтобы не в стол все это не складывать? Ну вот, собственно, я потому записываю и делаю, чтобы это не складывать в стол. Как раз у меня скопилось там с годами материала какого-то, ну,
То есть что-то у меня уходило там в коммерцию, но попутно же что-то делаешь там для себя, то, что ну, как бы не ликвидно в плане там, финансов. И вот оно копилось, копилось, но интересно с точки зрения музыкальной. И я подумал, что надо показать это народу. Заморочились, записали, там брат барабаны сыграл. Вот. Там, на басу один мой котик. Да, кстати, кто не знает, Саша Верьянов, барабанщик, брат Егора, родной же? Да. Вот, родной брат, который был у нас в интервью с ночными снайперами, и мы там дико джемили. Да, Саня отличный музыкант и парень тоже. И все дело записали, там всего 6 треков получилось, так материал больше, но именно вот на тот момент мне казалось, что вот эти 6 треков, они готовы и надо их выпускать. Конечно, по прошествии времени, это уже прошло 2 года, мне хочется перезаписать, потому что я понимаю, что там интонационно я стал где-то точнее, там в плане звука прокачался. Ну и как бы есть и есть. Сейчас уже новый материал на подходе. Причем была затея сделать с кучей вокалистов. У меня много друзей, вокалистов, вокалисток, артистов очень хороших, крутых. Там Ксана Сергеенко, фантастически крутая вокалистка. Довелось мне с ней поработать. Тут Арсений Бородин, очень крутой парень. Ну и еще много всяких ребят. Я хотел сделать это с вокалистами новый альбом. Но пока я застопил эту тему, потому что так как они довольно занятые ребята, и я тоже занят делами, это может растянуться на какое-то продолжительное время. Я просто со своей стороны хочу сделать максимально всю подготовительную работу, вот довести до абсолюта, чтобы просто их собрать, прям вот выцепить и там на несколько дней запереться, сделать с одним, со вторым, с третьим, чтобы не растягивать это. Пока я опять вернулся к инструментальным работам, и вот по осени, я думаю, пару-тройку треков сделал, но немножечко в другом ключе. Будут там, духовые планируются, ну такое более музло по лайтове, ну тоже там с космической всей этой историей, с клавишами и прочее, но более легкое, там, кое-где даже танцевальное. Но по вопросу реализации это уже... Да никакой реализации, ну то есть мне просто в кайф этим заниматься, но какая-то определенная, ну не то что монетизация, но определенная популярность это набирает. Я вот честно говорю, я никаких целей не преследую вообще с этим. То есть я это такое чисто для меня. Я не хочу никому понравиться с этой музыкой. Просто она есть, я не могу ее не показать. Ну, потому что, ну, мне кажется, она заслуживает. А того. Есть где показать? Кроме интернета? Ну да, я периодически поигрываю все это дело. И даже вот недавно на Красной площади довелось вонзить свой трекан. То есть это было для меня. Я работал там с одним артистом, там, выступлением его, и, ну, как на замене там был, и родилась такая идея, чтобы я свой трек вначале с этого впилил, как представлял, и это было круто, когда ты на Красной площади, там не особо было большое мероприятие, но народу было достаточно, и то, что, блин, это Красная площадь, и свое авторское музло сыграл, и я такой, ну, типа, для самого, для себя, для эго. Маме можно рассказать. Да, 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 да. Родители были, конечно, в восторге. Вот, что тоже немаловажно. Хоть не какой-то херной наркоманской занимаются. Да, да, они же столько сил, здоровья вбухали в том, что у нас вырастет как-то. И тоже хотят пожать плоды хотя бы в виде. Друзьям рассказать же можно. Ну да, да. Вот. И, ну,
людям вроде там нравится, и что-то зовут какие-то, приглашают, вот опять там что-то на выставке я буду поигрывать. Хотелось бы это с бандой чаще делать, а не под минус. Вот, но банда, вот опять тот же брат у меня вот довольно занятой, нам очень сложно вместе пересечься. В идеале хочется, были предложения о концертах, вот там, в Краснодаре, но просто сейчас нету программы, чтобы окучить полностью концерт самостоятельно, ну то есть типа час, там, час 10 хотя бы, да, больше для инструментальной музыки это too much, как мне кажется, то есть, ну, часовой вообще оптимальный сет. Были идеи с кем-нибудь в связках, я что-то тыкался, пытался общаться тоже с инструменталистами нашими, но как-то все вот инертно, не очень любит, чтобы еще кто-то был там. Но опять же, это с технической точки зрения облом, то есть это вот пересменки, ну, да, да. Там, то есть тут ты отстроился и как бы работаешь. Я понял, что просто нужно добить программу до полного и уже концертировать. Но я сейчас над этим работаю, надо, чтобы добить до часа авторскую программу и уже... раз, ну и пацанам, чтобы там уже башлять, чтобы не просто за, ну, за пиво и минералку, там, а чтобы это было действительно... Интерес был не только все это поиграть, а что-то ощущалось, да, от финансов. А скажи, на выставке ты что-то знаешь, где уже будешь тусить, нет? Ну вот точно, я буду... Там будет совместная сцена Guitar Science и Inspector Guitars, вот, вот там я буду сет играть. Вот. Пока только вот. Я надеюсь, что что-то еще получится. Ну и потусить, наверное, тоже. Ну да, пообщаться, походить. Ловите, короче, Егора, и я там тоже 14-го я буду числа. А это у тебя какого числа будет? Знаешь? Я не помню, 14-го, по-моему, тоже. Ну вот я 14-го тоже буду, или, у меня какая-то будет там... 14-го. Типа лекция... не лекция, а... Ну, в общем, буду рассказывать про типа профессиональную деятельность и про блогерство, и... как можно заработать и там, и там. Ну, это круто. Я бы тоже послушал. Окей. Да, расскажи... С твоей точки зрения интересно узнать, как ты понимаешь, что гитара чисто для тебя хорошая, беря какой-то инструмент новый в руки, и как ты, соответственно, понимаешь, что она не хорошая? Ну, мне нравится, когда, ну, ощущения... Тактильные? Тактильные, хотя вот, например, я сейчас играю на AZ, Bonus AZ. А ты эндорсер? Ну да. А так бывает, ну, в России, в смысле. Вот. Играю на AZ, и вот поначалу, то есть мне тембр вот очень понравился, он такой очень универсальный, и в миксе очень круто сидит, но гриф был толстоват, потому что у них реально толстый гриф. Пришлось привыкать, то есть это не как вот прям вот сразу взял, такой, о, вот оно, вот играется. То есть... довольно, ну потом я раскусил, в чем дело, что толстый гриф, и он там более ровно звучит по всему диапазону, нету там мертвых вот этих зон, то есть массивный этот гриф, он прям, ну, дышит. Ну, чтобы открытый был звук, и выглядел, что хорошо гитара. Это немаловажно, когда ты работаешь на сцене, немаловажный момент. Я вот, например, если честно, не очень люблю играть с низкоповешенной гитарой, ну, в силу физиологических моментов, потому что вот это получается, здесь пережатое вот это место, ну, ничего хорошего это не несет. Вот. И, но, скажем так, приходится... вешать пониже, потому что, ну, это выглядит как бы круче, естественно, чем когда вот так. Но это, ну, не все гитары так выглядят. А ты знаешь природу, откуда появилась эта хрень? Нет. Это появилось, собственно, с тех ребят, которые начали очень активно работать правой рукой, не так активно работать левой рукой. А-а-а. И правая рука, когда она у тебя, ну, сгибит, тут сложно. Ну так, да, тут зажимается. Легче, факт, да. А тут высекать как бы, да, тут ничего не напрягается. Ну, потому что, да, она за счет своего веса работает. И вот баланс все время, либо здесь, либо тут как бы. Ну да, есть такая штука.
Вот. И просто если ты лысый пол повесишь высоко, это просто будет катастрофически смотреться. Просто жутко. Мало того, что сам корпус маленький, он такой, какая-то, да. Такая штучка, да. Очень плохо это все выглядит. Как бы страты, они, ну, как-то еще нормально. Мне лысый пол, например, очень нравится. У меня есть стандарт, очень хорошо по звуку, прям его обожаю. Но жалко его возить, и опять же, это надо. И сразу появляется стереотип, все такие же, типа слэш, да, давай вот это вот. А да, если честно, не очень люблю вот это вот. И как мне другое нравится в Лес Поле. Вот. Ну, всякие бывают ситуации. В этом возьмешь какой-то мексиканский страт, и он типа кайфовый. От чего это зависит, непонятно. Опять же, есть инструменты, на которых прям вот сочиняется. И не всегда это самый дорогой из твоих инструментов, самый там понтовый. Но на нем берется и сочиняется. Конечно, если глубже копнуть, по-любому там есть зависимость, ну, от радиуса очень многое зависит. Это бетонно, конечно. Но я в этом плане не очень скрупулезный, не очень придирчивый. Вот, не вникая там, где там сменный радиус, там, где будет. Просто плоско. Берешь и. Просто беру такой, ну, типа вот удобно, да. Или вот, блин, неудобно. Мне нравится, чтобы как бы вот скользило. Бывают инструменты, где вот он и не идет. Конечно, когда инструмент твой, и ты на нем долго играешь, то там, в принципе, все работает так, как нужно. Кстати, это тоже, это, наверное, какая-то физика или что, когда вот инструмент у тебя выигранный, даже не твой, ты чужой берешь инструмент, на котором постоянно человек играет, то есть, ну, тебе как бы, хоп, нормально все играется. А берешь такой же, но новый, и там, при том же экшене, что там струны также там, на грифе, да, находятся, вот при всех тех же исходных данных, ну, вот, не играется, и все, спотыкаешься своим. Как-то там, видать, молекулы функционируют. Ну, вообще вопрос такой сложный, конечно. И опять же, чтобы найти свой хороший инструмент, это надо прям повозиться, поковыряться, их надо перещупать. Просто тонны. Я сталкивался с такими ситуациями, когда работал в Мусторге, у нас висели Custom Shop Jackson инструменты, которые еще тогда, в 2006-2007 году, стоили там по 300 тысяч рублей. Ну, я хочу сказать, что это далеко не самые прикольные были инструменты по ощущениям, по звуку. Я скажу даже больше, был случай, когда я взял Custom Shop, там клюшка наверх такая была, ну, там, Динки какой-то было, короче говоря. Расписной, там вот этот художник, как мастер Шеннон, Майк Шеннон, по-моему, Джексон. И я такой начинаю играть, там включился в мессу, в комнате, где Custom Shop и все это играю. Что происходит? Оказывается, отклеился порожек. Полностью отклеился вот этот порожек, и как бы вот, а это Custom Shop за тучу денег, а в зале висел обычный там японский солоист с санбёрстом такой прикольненький, он звучал божественно, и удобен он был фантастический. Кстати, японские джексона, вот очень хорошо, у меня был один тоже солоист, фантастический гитар, я даже попсу играл на нем нормально. Выглядело это, конечно, странно, вот это, на белом солоисте чувак-то наяривает, но как бы, а что, звучит, зато прикольно. Не знаешь, где найдешь, вот совершенно не знаешь. Опять же, есть стереотипы там стилистические, что там надо джаз играть на банках, там рок надо. В Гнесинке до сих пор приходишь там с телекастером, тебе чувак говорит, ты чё? Ну, как да. Ты на этом собрался учиться? Ну, Майк Штерн разорвал стереотип. Да их много разрывателей стереотипов. Когда, Джулиан Лейдж, да. Ну, то есть можно и играть на чем угодно. Там главное мысли, главное звукоизвлечение такое. А наоборот, отходить от шаблонов. Это как, опять с Женькой Старутаем разговаривали о том, что в истории остаются те, кто, ну, действительно новаторски что-то делает, ну, там, взять того же Джимми Хендрикса, да, то есть с точки зрения техники, тогда были значительно более техничные чуваки, ну, как бы тогда уже сложилась джазовая вся эта школа, где там чуваки валили так, что, мам, не горюй, кантри, гитаристы, я на них смотрю, что они там делают, идите нафиг, просто хочется завязать с музыкой, но Хендрикс, он транслировал другую энергию, у него были другие новые идеи музыкальные, да, он играл там грязно и так далее и тому подобное, но люди вот чувствовали, такого не было, он был новатором, то есть нужно
если ты хочешь оставить какой-то там след, ну даже не специально, то есть надо просто следовать за собой, чувствовать свою органику. То есть развивать в том, что тебе есть сильного, еще больше это развивать, ну как бы подавать. Быть естественным. Да, а если ты будешь играть как куча других там чуваков, пусть и технично, там и все, ну зачем? Зачем это делать? И это потому, что вот инструмент, не надо бояться там варьировать, делать все, что хочешь. Может там дец вваливать на телеке вполне нормально будет. Я хотел у Егора спросить последний вопрос, чтобы он посоветовал всем осознанным ребятам, которые сейчас сидят и не знают, что делать дальше, но очень хочется. Ну, ты ответил это в предыдущий вопрос. Поэтому даже не знаю, что и добавить. Есть что добавить? Да нет, вроде все, что мог, рассказал. Спасибо всем за просмотр. Вот, надеюсь, вам всем понравилось дико. И приходите на NEM Music Mesa, там будет Егор, наверняка он еще где-то появится, помимо одной локации. Вот. И, а концерты будут? Сольные нет? Пока нет. Вот, а релиз когда будет? Осенью. Ну, будет осенью. Да. Вот, ссылки будут под видео на все ресурсы Егора, смотрите, там он везде сделает анонсы. И всем спасибо за просмотр. Вот. Спасибо. Спасибо.